Доброго ранку, мы из Украины. Все в порядке. Сегодня ночью опять обстрелы. Ударили по кафе, знаете, в этом самом, там жертв нет, слава богу. Линии, столб один погнулся, стекла повыбивало. У меня такое ощущение, что там написано на картах было, бомбардир. Ну, там решили, что там, наверное, бомбардировщики. Да? Ну, слава богу, что никого нет, здание заброшенное. Что хотел сказать, сегодня с... комендантский час будет с 19 часов по 5 утра. Пасха, да, но есть у нас данные, что готовятся подлости со стороны орков именно в эту ночь, поэтому я всех прошу остаться. Коронавирус тоже, когда был 2 года назад, меньше людей было, то есть как бы Бог все видит, сам не пропускаю тоже, но остаюсь и всем советую остаться дома сегодня и завтра. То есть по возможности никуда не ходите, потому что это опасно, у нас идет война. Вот. Всем желаю хорошей погоды, хорошего настроения и спокойствия.